Дима катается. И с бабой вместе. И с коляской рядом стоит. Все дружной компанией. Да. Ой, а счастливый такой. Ага, такие у него это. А куда Дима едет? Куда он едет? Ты куда едешь-то? Такие у него помпончики, это вперед-назад, вперед-назад. Улыбается. Улыбается. Ну, раскачивает. Вот, вот, старается, старается. Смотри, прям старается-то, как на качелях. Смотри, смотри. И лучше получается у него самого. Он видит, ты его снимаешь. Ну, он всегда, да, он когда видит, он либо стараться начинает, либо хулиганит. Классный двор, смотри, какой. Так, горочка тихо. Такая. Тихо. Хорошая горка. Отряхивай ручки, правильно. Но он немножечко большеватый. Вот в этом сквере, как его, господи, там поменьше горка. Надо мне заснять, как он там поднимается. Он сам поднимается? Дима уже взрослеет, да? Ой. Садись. Аккуратно. Да ну ладно, они все равно уже ему малы становятся. Опа! Красиво, как скатился. Молодец. Давайте я засниму, как ты бежишь. Беги, да, горка. Горка, да. Самба какая большая. Скатывайся. Ногами не надо бить. А то она сломается и все. Позирует мне. Пришли мы домой. И хочу показать, у нас сегодня получается прям праздник живота. Вернее, праздник мяса, будет правильно сказано. Сало. Недавно на днях засолила, выйдет, кстати, отдельный ролик. Язык бабуля передала нам. Печень тоже, кстати, ну хочу сейчас на камеру заснять ее, как я ее жарю. Отдельный, наверное, будет ролик, не знаю даже. Вот. Но уже... вытекло. И курица, которую сейчас мы только что купили. 109 рублей за килограмм. Там где-то кило 800. Ну, где-то там чуть меньше 200 рублей. Вот такое вот у нас. То нет-нет мяса, то хоп. Хоп, и сразу много. Вот так вот. Язычок маленький. Чуть-чуть вчера поели. Диме надо его перемолоть. Скорее всего, потому что не знаю, он прожевывает или нет. Чтоб уж он точно сформировался там. И печень еще. Ее по-хорошему надо было заморозить, но я не стала. Подумала, сегодня пожарю, а сегодня вот у меня не получается.